Поздравления от полицейских звучали сегодня в адрес женщин, старших по дому. За сотрудничество их поблагодарили участковые уполномоченные в рамках акции «8 марта в каждый дом». Хотелось бы накануне праздника международного 8 марта поздравить вас с наступающим 8 марта, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни. Это спасибо. От лица коллектива участковых уполномоченных и ОМВД России по городу Губкинскому. К поздравлениям участковых присоединились инспекторы дорожного движения. Если участковые уполномоченные дарили женщинам живые тюльпаны, то госавтоинспекторы порадовали представительниц прекрасной половины человечества пряничными цветами. Пожелать им безаварийной езды, напомнить о безопасности дорожного движения, о правилах дорожного движения и поднять им настроение. А в этом году мы привлекли для этого мероприятия юных участников дорожного движения со школы номер 5. Мне просто нравится поздравлять людей, радовать их и просто мне нравится радовать людей. Так неожиданно, подняли настроение, здорово, спасибо. Добавим, такую акцию в преддверии 8 марта губкинские госавтоинспекторы проводят уже 9 лет.